Звездами не рождается, да и что такое на самом деле означает это определение? Не секрет, что есть так называемые звездилы, которые снимаются на обложках и внутри журналов с толстой мелованной бумагой, а есть те, кто работает время, по сути, расставляет многое на свои места и учит отличать зерна от плевел. Впрочем, это понятие сугубо индивидуальное. Люди, идущие в эту профессию, им кажется, что профессия соткана только из красных ковровых дорожек, журналов, интервью и всего того, что там вмещает в себя слово «популярность». Поэтому они идут за этим. И прекрасным образом, конечно же, в процессе уже и поступления, и учебы, и работы начинают отсеиваться. Как мы построим нашу историю? Мне сказали, что вы приготовили какой-то сюрприз? Поезд едет с крыши ща, жичи-шища, жичи-ща. Поезд едет с крыши ща, жичи-шища, жичи-ща. Йоу! Ха-ха-ха-ля-ля! Калуша! Хаматова сегодня не только крупная актриса, но и социальное явление, посему те интервью, в которых она рассказывает о разных мгновениях окружающего мира, особо ценны для молодых. Для того, чтобы они научились свободно выражать свои мысли, чтобы они умели их просто сконструировать, для того, чтобы они имели свою точку зрения и понимали, что на собственную точку зрения можно так же опираться, как и на точку зрения других людей, включая взрослых. Чулпану везет из Казани не только память об этой встрече, но и симпатичный сувенир – память о городе, и не только телевизионном. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».